Знакомьтесь, наш первый А-класс. А это я. Зовут меня Петя. Однажды учительница Марья Ивановна пришла и сказала: «Дети, из министерства спущен приказ устроить в школе выставку рисунков по случаю 187-летнего юбилея плодотворной ссылки в Михайловское поэта Александра Сергеевича Пушкина». И подпись «Министр Кукушкина». Подумайте только, на этом уроке вам выпала честь иллюстрировать великие строки. Я молча посмотрел сперва на незнакомые слова, затем нарисовал браздов, бобров, похожих на дроздов. Летит кибитка. Это, наверное, ракета. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Сдавайте работы, и завтра же в холле мы в честь юбилея подарим их школе. Директор был очень рад показу. А еще он сказал непонятную фразу, что деньги, выделенные на масштабное празднование юбилея, освоены. Зарплаты всем, кому надо, удвоены. Я считаю, мы прекрасно с заданием справились. И учителям рисунки, ну, очень понравились. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. На языке тебе невнятном стихи прощальные пишу. И черные кудри поседеют, и старость выщиплет усы. Трещит затопленная печь, приятно думать у лежанки. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Нашу Марью Ивановну аж подкосило. Кто б подумал, что выставка так ее потрясет? Право искусства — великая сила. А Пушкин Александр Сергеевич — это наше все.